Еще один пак слева остался. Да, ведущий, разбили каст. Там же можно... Чувака, ты танчишь это... Телесет. Числавность поменяйте перед ланой уже. Нет, нет, я имею в виду то, что трэш же можно из ланы сразу вести, чтобы время не терять. А как вот, я не знаю. Да не надо ничего с ланы, ты трэш проводить. Водите еще три моба и все. Это тут три последние идут? Да-да, это ты, тут все. Три. Блин, вы хотите танчишь короче пересеты серые, я двейкнул. Сразу бафать, пока трех бьем, кому что не хватает, и разбираюсь, как ты. Дай фласку, пора бить. Спасибо. Так куда вы бежите раньше времени, блядь? Да все дерн. Мы убили здесь страшно. Блядь, похуй. Короче, на сферах два, я не знаю. Фу, блядь. Приезд, не АФКш, пожалуйста. Давай я. Короче, джанк. Короче, лид, хант. Два ханта, короче, и это. И джанк. Вафлики проблематично, конечно, подбивать их. Ну тогда давай, кто там еще есть? Ламур еще ты подбивай, по-моему. Значит, проблематично. Доуболт есть и есть, все. Ну ты в курсе, сколько он кастуется по времени? Ну что, не получается, не может, давай, блядь, не хочу сейчас тебя спаривать долго это все будет. Ну сказал, что не получается, знаешь, все, он честно признается. Избежали друг от друга, умирали. Блядь, ресип, ты заебал умирать каждый раз. Нихуя не смешно. Я ж, ну, типа, я сейчас ничего не минуснул, и потом, короче, скриншоты делаю, блядь. Я сразу за скриншоты и 7 минут сунул просто за рекрой. Еба, давай. Кружу, наверное, смотрите, аккуратно. Клесета бьют только те, кто шарит, блядь. Кто, блядь, сорвет сферы, блядь, или пересорвет агронов, не сон тысячу. Я смотрите за огромство и смотрите за сфером, ничего не знаю. Да я на пулю налагать. Подлетаешь рядом с колесами, смотрите аккуратно. Я на цели. Разбежались друг под другом.
льется кровь. Нахуя в Акате? А, как, ты спускусь будешь? Окей. Андрюха, кто будет этот танчить? Я, ты? Ты будешь танчить. Ну, типа, ты МТС будет. Окей. Там обязательно первый курс или хватает времени? Да. Чтобы первый курс всегда... обязательно ловить или время хватит, если вторым? Хватает, курс? Хватает. Вторым можно, да? Да, ну я второй сюда шлаю. Я хую, я типа за квест не помню, нихуя типа. Если я вот я говорю, то хватает, знаешь, хватает. Ну я ж сюда, меня ж кусали, сюда ж первый кто там был, там джанк или мобой, потом меня кусали. Как опустить? У тебя... Да, будем КВ делать в Акате. У тебя все панели пропадают, и на единичку. Тебе надо на человека натыкнуть, да, жать единичку. Я кусать умею, мне интересно. Да нет, там он спрашивает. Он вар спрашивает просто. Где, блядь, БУЕшки? У тебя висит, короче, ну, если тебя укусили, у тебя висит таймер, дебаф такой. При окончании этого дебафа ты должен одного из игроков укусить. Тебе будет на это 10 секунд, то бишь, тебе заранее надо приготовиться. Может быть такая ситуация, что, блядь, того игрока все равно укусят, то бишь надо быстро среагировать и укусить другого. Ну, для этого тебя доны, типа, только помогут и все. Блин, нахуя вы всех курите все равно? Да. Если нет каких-то киллбота, грида, то панельки вытягивают, так хочешь тыкать по ним, блядь. В руку просто туда вытяни и все, и так будешь по ним херячить, тыкать, если не тебя хуже будет. Пол, ты ульта? Да, да, жми камень. Сразу шкаф, вставь. Где? Ебаный танк, блять. Я. Напакал. Ты что, напакал? Ставлю рыбу, фуллдап, давайте, короче, сацуны. Пакал, короче, дашь на первый, типа, маст-каст, когда он взлетит, на сацуна дашь второй, типа, получается, по мастераурам сдаю. Давай, в Акате ты первый сдашь, Майлик второй, сразу садите, возьмите себе тьму. У сапрота у кого взять? У нас в сапоту у скрипи где? Ну что же мы тут под ДД бьем, не? Так где скрипи где? Отбеги хоть куда-нибудь. А, ты сейчас в Акате со мной должен бежать, да, блядь?
Да, он побежит с тобой, ловит зеркало, и первый плюс кто-то там лутает, и сразу лутаете вакансии. Не знаю, условно места вам поставлю, короче, это вы там сойдете. Кусайте по ТБМ желательно. О, не по ТБМ, а по ДПС. Так, рыбу еще раз ставлю. Не знаю, что там ставим, не ставим. Стоим в одной точке, напоминаю, лужу уносим максимально быстро нахуй. Плаской у СПД находится у Void Spirit, а и ДДшный у Фолла. Саппорт находится у Стибери. Присты, не забудьте на себя накинуть антифир перед полом. Том, чек на пол. Магия, тинтл. Блять, Лок, не бежи ты, ну сака сам решил, блядь. Маг, дай инфу, инту. А мага то нету. Интеллект, маг. Там маг нету. Там собаки Африка дает. Солнце, инфу, все, кто дает в инфу. Первый бежал, сейчас у нас, короче, покал и махает. Не бежит. Все, словил зеркало. Бокал в стенку ставь, пожалуйста. Бой, слышит. Бой, запустишь, короче, это вакате. Вакате. Потом вакате ты будешь кусать мистер Бонда, а бой ты кусишь, я не знаю, кого там для следующего ДПС. Тут шипешника любого, скажем, все. Такого Бетика можно потом есть, там, Малика, Джеймс, там, блядь, попи кого есть. Так, побери этих сразу. Ой, в тени 5 секунд, приготовьтесь, смотрите внимательно, короче, не пройдитесь. Не носите сразу. Маша, оно. Плюс там 5 секунд. Пак 2 секунды приготовьтесь. Подвесить мне зону. Да, наша ДП 5 раз больше стало. Тени 4 секунды приготовьтесь. И стрелька побежал. Короче, это, еще раз напоминаю. Давай так. В акате кусаешь мистер Бонда, блядь, в кресту. Так приготовьтесь. А Войд, не знаю, кого Джеймса, Анта, квадратик. А дальше вы по ДПС, у кого нахуярить, как похуй. Котен трепета поставили, вышли бы, выбрали себе место, вышли, уже выходите, ищите место. В акате бабла жмена. Все, набрали ренжу, правда, пирамиды. Зачем потом? С креста выйдите, ребята, кто там в кресте, блядь? Все. Первый мастера у Римасев, давай я пока сразу. Я дал, да, уже. Все, сразу под босса, пускай сразу под босса бежит. Сейчас будет сразу пак. Тени 5 секунд приоткрылись. 2 секунды тени. Понурище побежал. А побежал, нет? Да. Бля, я что-то не приду. Такой шум при старе. Ну это Бетика укушу. Это точно. Я Джеймс укушу. 2 секунды пак, перетол здесь подвигается, и 5 секунд тени. Пак подвигается. Тени 3 секунды, укус 5 секунд. Джан побежал. Укус я раздавил.
не укусан еще инлик, майлик, все вары, рога не укушен, стрелька не укушен, джамп не укушен, а покал не укушен. А нет, куда ты меня кусать собрался? Выбежали, нашли себе место. Выбежали, нашли себе место. Тени, короче, дневной выбежал. Я Фокс. Сейчас Саня Максейв давай, короче, и Мастер Аур подает каст. Далис и вы свои все, короче. Просил, силимся. Кто может силиться, силится. Он увидит, дайте. У тебя не получилось. Сацун, ты где умер? Дайте Берг по Сацуну быстрее. Сразу станешь бабу. Пак, подвигались. Если что-то 4 есть. Дневной побежал. Укусы раздали. Добили Ранти и у этого, блядь, и Лока. Делу давай, делу давай. Дим на ману закастует. ДЦ. Пак сейчас будет, я только подвесу. Подвигались. Сейчас будет тени, блядь, толкнись. Агрессив побежал, агрессив выбежал нахуй. Давайте, ебаш. Сейчас будет пак, блядь, толкнись. 5 миллионов, ну ёб твою мать. Приготовьте баблы, нахуй. Тени приготовьте, если носит. Малик выбежал. Бабл, 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 все прожали, нахуй. Ну, у нас укусы, блядь, проебали. Я скриншот сделал, блядь. Ну, пиздец, враг, уж ты, сука, правильно пишет. А, встали, быстрее пошли. Или там есть кому лес, ну и похуй, побежали все. Что-то я тупанул с этим лесом. Еще один трай можно сделать? А мы, блядь, плану с первого трая убьем, мы заебали. У нас на каждом трае кто-то не кусает. Всегда, между прочим. Все, у Кати хватало, да, что именно кусаешь? Бля, ребят, да? Короче, не, типа, не можете кого-то кусить, кусайте нахуй село. Можете у холога кусить, бля, жирную эту хуйню, он все равно не мтешит. Да только что меня грызанули, блядь. Да уже в конце можете, блядь, даже апокала укусить, вообще, блядь. Не говори, вообще, пуху, вон укусите, блядь. Видишь, у нас все равно умерли, блядь, сколько, человека 3, блядь. Раз за 700-то. Ну, 2, блядь. Пока не бьете этот. Кто остался в тюрьму? Заходите. Кто на замене? Пошли, сходим. Ты ебал ты, король, нахуй. Сорян. Ну чё, время пока есть, блядь, сходить. Эй, блядь, 300к. Куда тебе столько хуярит оно, блядь, у вас? Ну я не знаю, почему у вас проблема с профилем. У вас сейчас тут 6 фило, блядь, 6. Не было проблем с профилом. На каком сайте? На маге. Блять, ладно. У меня, короче, маг. У нас тут на замене 10 человек. Да, блять, ёб твою мать, можно я скажу? У меня спросили. У меня, короче, макро сломался на массакру, меня сакра убила. Ну, типа, этот урон. А там надо два раза нажимать. Ну да, я говорю, у меня макро сломался. Я два раза нажал, у меня он не скинулся. И сразу бафнемся. Все, починил. Кто-то недалеко. Ебать, я заебусь еще не сидеть, не носовать это ебать, сколько надо. Так Войдов, Войд в помощь есть. Славик. Да я уже делаю скриншоты, чтобы потом сесть и не носовать. Скринзи, это где-то. Даня, Дексиона, ты тут, а?
только full баф дал, короче, это, чек на full. Чем все хватает? Все делаем то же самое, короче. В Акате заходишь вместе с этим, с апаканом, лутаешь эту хуйню, все. Во-первых, получают укус, кусают первого Акате, все. Да. Мистер Бон. Сейчас рыбу ем. Все готово. Бэтик, не проебись нахуй. 5 секунд тебе не приготовились. Покатик. Факт, что приготовились делать. Короче, этот. Кусаешь в Акате. В Акате кусаешь Бонда к кресту. И в эти квадратик кусаешь Джеймса. А дальше уже под Тейлсу. Да ну, может лучше приставу кусить какого-то. Хочешь, кусай приста. Вообще похуй, честно. Кусай, кусай. Они там типа одинаково практически. Ну, Джеймс, ну типа Джеймс куэрит 16 тысяч без укуса, поэтому. Думай, со сколько он под укусом уже куэрит. Тени, Майлик. Факт подъявит сразу. Удаляйте ману, пожалуйста, кибери. Путем трепета поставили, короче, вышли, нашли место, если уже пошли искать трепет. Прямо хуже лечили тебя. Центр и Сейлана. Пацан, если чё, буду не спалить по правому. Я погнусь. Кас сейчас дадите мастера или пока дашь ты мастер. Да в кас, блядь, там прямо раньше жмёте. Просил. Да, а у меня оно как раз и в кассу, все нормально, хватает. Еще видишь, как запас. Кстати, не проебил укус. Кто-то укусил опять его. Я тебе, блядь, 1000 минусов не пройдешь укус. Пошли быстрее. Тени сейчас будут. Джеймс побежал. Я инвит укушу. А вы пока тебе не будете кусать? Та уже смысл. Ну ничего, блядь, про Вакате забыли. Бетика может фрейма не стоят. Пак, приготовь здесь 5 секунд. Не надо, пока не стоит. Двигались, стены 3 секунды приготовились. Джанк убежал. Укусы, выбрали цель, 5 секунд до укуса. Посмотрели, нашли себе цель, блядь. И впереди сможете улучшить войса. Зим на ману сдайте. Пак. 3 секунды приготовьтесь. Двигайтесь. Все, выходите, ищите себе место. Выходите, ищите место. Орешка побежал нам. Мика. Мать разрыва, конечно, пиздец. Сачков. Бля, рано. И вы приготовьте, давай. Давайте сейвы сидите. Бля, где он упал лох или куда? Барри. Там. Можно хилов укусить? Всё. Когда еще не укушен? Май не укушен еще, блядь. Тени приготовьтесь, факт. Пошли быстрее, тени приготовьтесь. Лужа хуёвая. Майлик побежал. Левее, станьте лучше.
Давайте Геру. Я тебе дам БР, смотри, ловите после, ловите контакт. Вставай, быстрее, пока пака нет. Бля. Понятно. Вы заебали нахуй. Убейте. Майлик, отстрельку быстрее убейте. Мне это все лайк, да? Да. А чё, кто лужу не вынес? Или это не лужа? Там буря крутанулась. Заебали не кусать, вообще типа не понять, в чем проблема? Я не знаю, надо сделать обязаловку этот, как его, Вуду. Да, а у меня вопрос, вот нахуя вы, давайте стопнем первые 10 секунд боя, блять, словит человек, который укусит в Акате, нахуй, а не никто попало, нахуй, у кого фреймов нету, нахуй. Справедливо, слава, справедливо. Я вообще не знаю, ну типа, если на нет, не уверен, что вы будете нормально кусать, нахуй вы бурстите нахуй сразу с пула. Давайте быстрее, 6 минут там. А чё, типа, вакансию в сторону не укусили, да? Да, да хуй кусили, забили блядь. На него просто. Разники, мне впадло бежать. Забыли, парни, забыли. Это последний трай, что можно успеть квест сделать. Короче, не кусайте вот этих дырявых, блядь, они что-то постоянно уже что-то тупят. Кто там получается у нас? Бетик, Майлик затупил, и вроде бы Лок не затупил, эксклюзив. Нет, я не затупил. Где ты наш, я затупил? То, что я в Акате не укусил? Или что? Я все укусы передал, блядь. Начинайте на Бетике, блядь. Ну, ну еще теперь я укусил Джеймса, который тоже дамажит. Какая разница? Я красиво. Вакати квест делает, его надо вторым кусать. Либо первым, либо вторым. Если третьим, он не сделает квест. Вы вроде бы находитесь все в одном дискорде. Я хуй, общаетесь уже из профа. И не можете понять, что происходит в рейде, число, я хуй знаю. Или надо каждому отдельно все доносить? Скажу фишку для укуса. Нажимайте Shift V, я не знаю, как у вас. И у всех видно фреймы у ребят. Ну, то есть над головой ХП, там это ник написано. Ну, все. Квест проебали, хуй на него. Не проебали, надо за 4 минуты начать пулить его. Да ты не успеем, у нас бои идут по 5 минут с ней. Антон все верно говорит, блядь, нас 4 минуты запулить босса. Если успеем на 4 минуты, бой нам подсчитает. Если не успеем, тогда все нам. Тогда можно, блядь, короче, это, стачный вагон. Хавайте быстрее, бафайтесь. Вы не паникуйте, вы заранее, блядь, идет вас там, пускай нахуй, не знаю, 15 секунд до дебафа, за 15 секунд до дебафа найдите человека, блядь, в белый чат, блядь, напиши, я кусаю его, блядь, если вы войс не можете сказать, или что-нибудь там. Ну, блядь, если вы не кусите, мы не убьем, типа. Где там ранее? Приста баф, дайте присты. Забафайте. Давайте рыбу там. За меня. Инту дайте. Тамагов нету, нету мага. Франти, чего не хватает? Что, двигаем пул, поехали. Также бежал по карте первой и... Я покал. Бля, я уже порубил нахуй. Всё. Выходи. Подвигались. Бой тут, короче, тут. Также, короче, в Акате кусаешь кресту этого Бонда, а Ллойд укусишь Джеймса. Понравились еще. Это на хуй укусы. По-моему, хорош.
4 секунды, панк. Ебать, что ты делаешь, панк? Ты мне 5 секунд приготовился. Мендри. Че я побежал? Укус, приготовьтесь, пак, приготовьтесь. Скузи, побежал. Пак, 5 секунд, приготовьтесь. Стали тут я матрели, да пошли искать себе место уже. 2 секунды сняли. Малик, если что, может там бабл тоже. Пока удар что-то. Да дам, дам. Куча не стойте, блядь. Ну, блядь, где умирает этот хан постоянно? Первый. Дай вармашку сразу к нему. Там тебе зарядом бегает. После пакта только встанешь. Пак. Все не приготовились. Холи упал, убежал. Короче, вставай, ловите, ловите того за фонта, пробавьте первого. Укушу джанка. Укушу креста. Пак, приготовьтесь. Подбегали, стены 3 секунды, укусы 8. Малик убежал. Укусы раздали. Пак сейчас будет готовиться. Тени 5. Выходите и шпите все место, тут они трепета поставили. Раньте в сторону. Все, приготовьте, силится, там сейвит и все это понял. Ушел агрессиво. Красиво, красиво. Укушу мастер Лендер. Укушу Фокси. А тиранки уже там убар, когда, блядь. Готовьте укусы раздать. Раздавайте укусы. Пак 2 секунды приготовить. Вакати выбежал. Веру дали. Бета-тестера убили. Джанка убили. Ну пиздец, блядь. Быстрее убивайте. Я бегал по всей мегазоне, искал мистера Бонда, как не можешь. Крестом вставать есть, братик? Так я укушен, ты чё? Ну, это уже сейчас. Вставай, бери. Пак подвигали, спемли 3 секунды. Капал выбежал. Смотри, как он там чуть перевозит. Ебашьте, приколки петь, я не знаю, клаву вторую ебашьте кулаком, блядь. Там есть кто-нибудь еще кто-нибудь? Ну, сейчас берем вот так, наверное, минус 3 бега. Приготовьтесь баблы жать, нахуй. Пеню сейчас буду. Баблы, нахуй. Просовайте, блядь. Умрет, 300 кассиков, давайте, блядь. Доты, если бы должны добить.
Ну, взял я его. Ладно, красавцы. А, красиво. Квакатик вы сделал? Естественно. Хорош, хорош. Ну, он что кое-что. Этот бабу тебя спас. Женечка, блядь. Тринька. Погон ебаный. На ХП смысл. Нету слов просто, нахуй. Нету слов. Блядь, поднимите кто-нибудь мне это, то, что на мне лутер. Качайте вуду, нахуй. А ставьте и будете видеть, на ком есть укус, на ком нет, нахуй. Как слепые играете, блядь. Я монитор выключу, лучше играть буду, блядь. Блядь. Санечка, сосуночка. Двойные, тройные, блядь, за то, что не касается. Я все скриншотчу, я, блядь, тякну. Сейчас, короче, рейд закончится, ты туда там с него будет изучать. Я сам Бетик, Бетик, сливай на ФДП. Прости, что перебиваю. Я этот трек уж, ребята, хилил в ДД-тринках. Пиздец. Случайно переоделись. Зря ты сказал. Да у вас 6 хилов. Да я все... Нет, я не знаю, как они получились. Я тринки трех. Блядь, я ухожу. А шо, квест сделали, да? Да. Мы же пульнули за 3 минуты там. Я не понимаю, может быть, я нашел какую-то комбинацию кнопок, у меня, блядь, стринки поменялись. О, лялька, меня уже резнули, у меня просто кадет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, нихуя себе. Ой-ой-ой-ой-ой, блядь. Ой-ой-ой-ой. Кто-то бабла поднял. Да какой пояс делал, красивый, да? Пояс вообще огонь. Короче, рыбу ставлю, сразу. Поднимите нахуй еще раз. Не, никто не поднимет, да? И флаком руки, блядь. Где тебя поднять? Да, вот тут валяюсь, блядь. Отойду, убью его пару минут. В туалет идите, пожалуйста, по два человека нам. Не отходите, все. Все, вон вольт пошел, что-то такое. Пока не бьют ебоса, заходите, кто на замене, чё вы это тупите, заходите, на тюрьму сходим. И не хотят аж идти они в тюрьму, видишь, они у АФК что ушли, и все, их нету. Чё-то... Надо их с рейда покипить тогда, если их вообще нету. Чё ты распинаешься? Может, им тюрьма надо. Ну, либо тюрьма не нужна, просто, да, они идут, не хотят идти, занимаются своими делами. Я быстро с этой хуйней разберусь, а когда мне замена надо будет, я позову, не будет, блядь, все. Вообще без ДП оставлю. Блядь, я думал, багруха нахуй мне упадет. Там, блядь. Мне упала багруха только что. Да. Мне тоже, кстати. Ну, блядь, вообще красавчиком падает багруха всегда. Пиздец, блядь. Там мне намага нужна бага, по мне к запаху. Пошли, пошли, пошли бикрэш. Два хила вижу, все, пошли. Так, пошли бы в чувалу, так надо еще три человека, Даня, видишь? Так, Саня, я бы пошел с радостью, но как у ребят? А кто на замене у вас сидит? Стой, у этих пиздюков. На замене Марсес, Стрелейм, Обои, Шнурки, yeah. Жигулет, yeah. Наеми, Полинор. Стреля в рейзе. Ну, у него, значит, второй персонаж еще в рейде. Да, надо Стрелю убрать с рейда. А ты что, за двух персов получил ЕП, блядь, на Стрелю? Ну, снимешь ЕП на Ашаване. Вот это жук! Я если ну смелишь. Я сразу на это говорил. Крысячие наклонности какие-то прям. Так еще не начислили ЕП. У меня по паре должна быть какая-то радость. Муж запы не падает, травмы не падает. Я с Ламора еще ЕП не снял за запы точно. Я 800 он ставил, да? 300. Нет, ты за запы сколько ставил? Запы поставил 2600, потом Полинор зашел, говорит, я ставлю 2800, я сказал, я 3 ставлю, он сказал, забирай. Да, все. Так, короче, мне надо один РДД, блядь, Сигма, решку надо отсюда убрать. Давай решку сюда мне. Пусть я покинет орешку, я с этого босса Андрей уйду, я хочу в туалет. А как? Ну ты уйдешь, кого я возьму? Орешку возьми, Сафи. Ну давай я к Сане уйду, я все равно уже сделал. Мне надо, блядь, один сильный РДД, блядь, а не еще один сил. Ну давай я спрыгну с Вэллима, потом пойду. А, Сейф, а когда вы хотите хэрэнку ставить? Я там Вэллим на 10 тысяч ДПС.
что, мало здесь? Бля, сейчас я даже... Я заберу сюда на определенный. А, ты имеешь в виду на... Блядь, на дракона нужно, на костяного этого? На Синдру, на Синдру. А, я думал, что на Валитре я почти сюда отойти. Да, на Валитре там вообще похуй, кто там будет. Короче, Сань, я после ЦЛК пойду с вами. Когда вы хотите... После ЦЛК, мне через... Больше, чем чуть-чуть, через час идти на работу. Ты... То есть, если сейчас пойдем... Сейчас ты сказал, что тебя не будет на неделю. Чего ты, блядь, пошел в игру? Я не говори, блядь. Пиздец. Они сюда, сюда пойдем. Не будет всего, пизду, блядь. Скинь, иди отдыхай. В смысле, блядь? Идите нахуй, вот еще. Ты сказал, что тебя не будет, правильно, дружище? Умер, значит умер, блядь, все. Я ж не претендую на речь, чего вы заебали, я просто говорю, что пошли, кто есть время. Пошли. Я устался, почему он стал материться и всем кричать минус ЕП, верните старого Сашу, пожалуйста. Короче, я знаешь, что понял? Давайте, короче, мы ЦЛК раскидываем, распускаем нахуй, идем в тюрьму. Сашка сказал все. Они выёживаться стали, потому что Мария Игоревна, не переживай, тебя никогда, от меня никогда лично ты не услышишь. Давай минус двойные ЕП, кто подменит? Что-то как-то Маша стала очень тихо говорить. А у Маши, наверное, первый час ночи. Пол четвертого, блядь. У Маши час ночи, тихий час пошел. Мне нравится тишина, короче, Чили, когда вы хотите ЦЛК к Эмку пойти? Субботу. На следующей неделе пойдем. Куда на следующую? Ее и так уже пофиксили, блядь. После субботу. Да полно, полно, в понедельник пойдем. ЦЛК, ой, не ЦЛК, в тюрьму пойдем. 25. А второй ЦЛК будет, или не будет? Завтра, по идее, да, не поведет. Суббота не работа. Что? Суббота не работа. Суббота не работа. А пока отошел покурить. Ну что, вторник кого-нибудь поставим, посмотрим. Уже там это, Джеймса ЦЛК, блядь, его сколько, Бездая. Минуса давай, они писали по 2 минуты все. Я принципе сделал отсюда. Короче, Андрюха, ты кого забираешь? Мне один РДД надо и все, короче, ну, на Синдру. Можешь даже в спид пойти и пойрелить какой-нибудь. Да не похуй. Я ж... Мне главное... быстрее, чтобы... Если сходить в тюрьму. Что я, получается, сижу, нихера не делаю. Саш, хочешь в тюрьму? Выйди на улицу, дай кого-нибудь по голове, блядь. Мы сейчас его это, Валю убиваем, короче, это, и арестуем меня. Зачем ходить? Позвони 02 там, скажи, что, блядь, это... Чё-нибудь? Я убил Синдру. Да. Будет достаточно сказать Путлер или Лукашевска пидорасы, ну и всё, и приеду сразу. Согласен. Есть того плюсовый нахуй. Сразу же приеду, через 5 минут, даже через одну. Там и в больницу, и в тюрьму попадешь, и в психушке побываешь. Я тюрьму, если еще и пожарники зальет, блядь. Ну да. Если вообще найдут. Сашка спортсменом, блядь, он бегает быстро. Не, там не поможет, Женя. Проверено уже. Ну, как бы... Проверено уже. Проверено. Ну, в 2020-м бегал, да? От них бегал. Напоминаю, блядь, не заходите туда, Валя. Убьем моба этого, еще и прислужника, когда заходите, а то закулите босса. Ой. Из моба тут, блядь, трэш здесь убили. Короче, пока бьем, где пэши, нахуй. Надо два хуйфала подлетать. Надо кому? Раз, два, три, не надо, дальше надо. Надо кому? Мейн спек. Раз, два, три, оф спек. Раз, два, три. Все, давай, третий. У нас мейн танк только ты, типа. Ой, я запах хочу с наполовину забрать, получается. Да. Убейте трэш, ребята, развернитесь обратно, развернитесь. Дальше, короче.
Пишет, а вот это падло. ЕДП, мейн спек надо кому? Раз, два, три. Олд спек. Раз. Все, давай, Амир. У тебя бошку шаман забирает. Ну ты быстро. Да, прям. Я-то пока статы просмотрел. А, кто там будет летать? Он летает два хэпала, короче. Трусоватый. Пекни с танка, пока перепадут. Да, давай вот этот второй хэпал полетает у меня 2-10. Я не был на боссе, не смогу я. А, понятно. Все, поехали. Все, гуляй, короче, я пока не прошу. Так, не сомневаюсь. Вадим, ты, кстати, тут, который майдик? Да. Будешь mm-hmm. играть сейчас или как получаться будет? Я тебе тогда помогу в эту грань собрать. Ну пока. Ага. А нахуй ему граница, он с этой палкой ходит. Какой пал? А, понял. Да там еще неизвестно, возможно, грань лучше. Надо тестить. А почему? А тихо-тихо, ребята, ребят, локи, приз, ой, приз. Волипал просит доспех включить, когда не лок. Скажите, кто включает доспех. Я включил. Давай, мейстер, включи. Свечка, блядь, в центре. Задушите ее. Разрубите ли страж? Короче, не глух. Надо кому? Мейн, ауспек. Ты заебись, это. Тут для бедбосса ты, блядь, это не пушишь. Охуенно, правда? Дагер надо кому? У нас... Андрей, прекращай херню мать, давай потом же друзей прошу. Блядь, Женя, не это... Я звучу, надо кому скажу, посох отдам, все. Подойду, отдам, вообще, на руках принесу. Подавители вышли. Все, все красиво, видишь. Никому не надо. Штаны, короче, дух, хас. Надо кому? Духас. Духа. Свечка справа вышла. Лайк, не надо. А он короче. Лепка, лепка, ты там это. Как будешь готов, скажи, я тебе дам луну на крит. Закину. Ладно, так скажем. На, духаст еще одна. Я духаст, лайк, духаст. Ловко. Стуну 10. Раз. Два. Короче, окей. Так, я сегодня ленточку за 1000 ЕП съебашил, понял? Ну и мог бы сказать, когда меня не будет. Я уже жалею. А что, дубинку уже разве пошли, да? Ну. Ну. Ты нормально? Что? Это все да. Нормально. Даже не да, у нас я тебе типа ему говорю, чтобы он на следующий раз тоже так. Дубинка, да? Так еще вот это по ЕП, что у нас кроме по 40 минут. Вот это надо кому? Ну Даня не собирает ЛК 10 хм, я соберу какой-нибудь. И еще нормальный пи. Пачкой. Развалим. Это Саша. Саша, пока подплывали, убьем. Может как-нибудь Толгородскую тюрьму нести в РТ, потому что я даже 25-го ходил с пугами, и она убиваема. Даже 25-го. Я же сказал, что в понедельник, скорее всего. А 10-го, короче, даже трех боссов с пугами я убил. Запы, ханты. Свечка справа. Раз, 10. Запы надо ханты еще раз смотреть. А там шмот одинаковый 10 и 20. Слышь, давайте Гера, пусть захилит. У него 50 стаков, блять, уже. Все, стрели, давай, не надо. Он молчит, сидит. Стесняется. А
теперь надо было установить. Ранти 10, Сатюн 10. Я излечилась. И Зера, даруй мне силу покончить. Так, Андрюх, что мне покидать рейд? Ну, шея. Стрелик, если сейчас была бы еще плащ, был бы СПДшный, я бы вообще бы хохотал, блядь. Фильм, короче, Женя, валим, отспекайся. Хорошо. Дальше. Пацан, рамп и стрель. Пиздец, нахуй, за все. Малик, дай обмен. Малик, дай обмен, я тебе полку дам. Блядь, два осколка все упало, пиздец какой-то. Очень хорошо. На том КД, блядь, 9. До этого нахуй 2 КД по нолям. Я тоже с Калриот рассказывал, ходили в рейд на 8 тел, блядь. Из 8 боссов упало 6 осколков, вообще заебись, блядь. Это идеально, блядь. А в 45, короче, минут следующий лут. Малик, давай, блядь. Куда побежали? Сейчас запусти ивент. Бьем. Ну, на майнспек никому шполба, кроме Малика, не надо. У всех есть, да? Ну, пошлите, джанг это АФК 2 минуты. Что, одного его ждать? Мне никого ждать не будет. Все, заходите, ребар. Пойдем, титанки, пойдем. Никого ничего не ждем. А то мне на новую почту надо, блядь. Джанг, она скоро закроется. Короче, я Малику 10 снимаю за эту яйцо. Мне, конечно, честно, я скажу откровенно, у меня так жаба ладуша для эту кобу пиздец. Да. То, что осталось, то, что я не могу стать. А чё, я бы тоже пошёл бы кобу, блядь. На кого, блядь? На ДК! Вы ещё не знаете, как она конкретно работает и... убираете человека, потому что процентки надо... Нельзя ты, блядь, купи золото. У паладина триник вообще, ну это нормально. Кроме этой колбы, блядь, он еще. А потом вторая колба в ульдаре. Зауде, блядь. Я с того рода хочу чарку, короче. И на доп атаку, и колбу хочу на ретрика. В смысле, на ретрика доп атака есть чарка? Да. Конечно, на роге было, нет? Нет, там типа на доп атаку ближнего боя, типа. А, на всех стреликов, типа? Стрелька, даже боешки бывает отдает. Отдает. Ну, там вообще Саня, да, отдает их. Возьми, короче, пожалуйста. Там она, наверное, прокать будет раз в секунд в 15. 15 секунд, да. Такое, мне кажется, с именно чарка, которая триггерит скиллов лучше. Там а типа есть и на бошку. Он, типа, короче, да. Забирает, с одной стороны, забирает, да? На арену зайти можно сейчас или лучше? Нет, там, блядь, не иди. Короче, сюда. Это, не знаю, давай, а пока забирай по дому обувь себе, выноси его. Таунти на тебя убивайте в стороне, любого, пока у кого будет таунти. Галилька и таунти поебать. Лилька и хуярька того, там оба там. Ну и все, у меня теперь 3 секунды КД. Раунд 8 секунд, когда. Блять, ну то я меня не выставлю. Играют. Я его не выставлю в бою. С той стороны тоже давайте по одному. Короче, я выкатил одного таунта. Только что-то он не идет, нихуя. Ух, Фокси, блядь. Подавал ниры? У меня такое ощущение, что когда волонеры мы будем собирать, там уже их понерфят, чтобы актуальный, ну, это 297 волонер был. Ну, я короче, скажу честно, я вот хотел бы, чтобы волонеры собрали нам филанку, но надо, чтобы на TRL, который будет доводить, я лично не смогу доводить. Во-первых, мне такое время надо, во-вторых, я хорошо буду знать. Если там... Не обязательно хэмки проходить, чтобы осколки падали, тогда, в принципе, пофиг, там тактики легкие. Так а кто пустит хэмки с таким ДПСом, блядь?
закрытыми глазами на ХМ. А при чем здесь ДПС в ХМ, если тактику не исполнять, вы дохнуть будете на каком-нибудь мини-роне стопудово? Самый сложный босс ЦЛК, ой, волка контент. Ну, а кто он такой, блядь, там жестко? Ну вот, допустим, до сих пор падают танк, хилы, люди падают на собрание, не могут прохилить в своем режиме. 250 плюс. Нет, собрание, но... мусор. Он нахрен надо брать. Я что видел, то и говорю. Они могут пройти. Ну, я вот собрание тоже бил, и хэм, и так, то, что видел, видите, меня, ну, босс хуйня вообще. Вот какой-то, мне кажется, вот, как Саня сказал, там, вот. Мимирон самый сложный. Мимирон, Ториум, Фрейя более-менее, но... Мимирон хуйня, блядь. Там только бегаешь, и все, от огня. Когда огонь по всей территории. Пошли! Не по всей территории, там один так стоит, да, вот, там кто-нибудь и будет огонь, и все. Ланотель тоже хуйня. Но мы падаем, блин. Это да. Да, ну, мы падаем за то, что вот правильно говорит, и Слава правильно говорит, и Антон, то, что он говорит, ну, вы должны, блядь, поставить себе минимальный пак аддонов, на котором будет все видно. А мне вот просто, блядь, ребят, не повезет, не повезет, нахуй, все. Я вот каждый раз... Я каждый раз, вот когда прихожу на лампеле, если я буду прописывать отдельно.